Порошенко перед Парижем посетит Финляндию. Украинский президент примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном саммите Европейской народной партии. Президент Украины Петр Порошенко 7-8 ноября посетит с рабочим визитом Финляндию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 6 ноября. По приглашению президента Европейской народной партии глава украинского государства примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном саммите Европейской народной партии, говорится в сообщении. В рамках визита Порошенко запланировал встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Нинистье, премьер-министром Хорватии Андреем Плинковичем, еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов ЕС, входящих в Европейскую народную партию. Отметим, на выходных Порошенко был с рабочим визитом в Стамбуле, 11 ноября отправится в Париж, где пройдут мероприятия к столетию окончания Первой мировой войны. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS.com/Correspondent.net. По материалам сайта news.com.